Так, давненько я ничего не творила. Очень хочется сделать что-то интересное. Давайте покажу вам, какие у меня есть исходники. Два вот таких жилета, вязаные кроше с длинной бахромой, вы поняли? С длинной бахромой. Вот их два одинаковых, они просто чуть разного размера. Есть Adidas, две вещи, потому что сейчас очень популярная тема, вот эти лампасы Adidas. Я специально купила. Ну, такие, видите, с дефектом. Мне не мешают эти дефекты взять отсюда лампасы и логотип вышитый. Вот такая ткань черная, типа сетки. Таких кусочков у меня разные фактуры, несколько. И, собственно говоря, основа – это черная рубашка Calvin Klein. Большого размера, такая длинненькая, свободная, объемная. И мне что-то хочется сделать безумно-безумно интересное. Сейчас вам покажу приблизительно, что это должно быть. Ну, на мой взгляд. В качестве вдохновения я подобрала подборочку из Pinterest о том, как сейчас можно и модно обыгрывать тему Adidas в переделках одежды, в апсайклинге одежды. Поэтому ни один из этих приведенных примеров я не буду в точности повторять, но для вдохновения, конечно, я с удовольствием это все посмотрела и вам показываю, чем я вдохновляюсь в этом проекте. Как вы видите, везде присутствует тема Adidas. Сетка. Ну и какие-то креативные решения. Посмотрим, что получится. Так, срезала все лампасы с лонгслива и с леггинсов. И теперь будем, конечно же, бирочки, конечно же, лого. И теперь буду пытаться понять, что мне дальше делать, чтобы это было красиво и гармонично. Так, первые наброски. Здесь будет лого. В планочку тоже вошью вот такое вот вшивное лого. По боку будет лампас. И срезала манжет рукавов. Здесь будет вот такой манжет из довяза от лонгслива Adidas. Ну, в общем, пока картинка приблизительно вот так. Яркое солнце уже светит. Плохо виден черный цвет, но, в общем, вы поняли. Да, это, напомню, это абсолютно новая рубашка от Calvin Klein. Я из нее делаю коллаборацию с Adidas. В следующем видео покажу, точнее, позже покажу, что из этого получилось. С этим проектом я справилась достаточно быстро, потому что у меня было время. И вы готовы посмотреть, что же получилось? Все бирочки на месте, все логотипчики на месте. Естественно, много-много лампас. И бахрома. In my mind, look down the barrel of my nine and my business blood falling to pieces in my guilt. Pray to the Lord, but he ignores me. Unfortunately, cause I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. I'm choking off marijuana smoke with every tokens like a stupid focus. Falling asleep while I'm in service. But when I die, forever paranoid, nervous. Because